Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребятки, не забываем про опцию суперспасибо и заказываем треки на любимых исполнителей. В телеграм-канале проходит розыгрыш реакции, ребятки. Так, ребятки, слушаем из Крещенского. Он для меня теперь фаворитик, ребятки. Так, родственники олигархов. Давайте послушаем. Мы ведем себя так, будто родственники олигарха. Мы ведем себя так, будто родственники олигарха. Мы ведем себя так, будто родственники. Ребятки, извините, хочу спросить, вот ты как думаешь, мы говорит, ведем себя как родственники олигархов. А как они себя ведут? Хорошо, что не ведут себя как эти родственники бедняков. Бедняков, да. Да, чем нафиг надо? Лучше реально как родственники олигарха. Да, да, они... Чем быть родственником бедняка? Да, да. Они, знаешь, спокойнее, да, в смысле, как сказать, добрые, да. У них деньги есть, все есть, да. Они живут, отдыхают. Ну как добрые, в своем мире скорее просто кайфуют по жизни и все. А у кого, если они будут жить как родственники бедняков, да? Будут смотреть их, что стырить, где что притырить. Злые будут, да? Как ты думаешь, злиться будут на все? А что у бедняков, ну действительно, да? Родственники олигархов, мы идем себя так, будто родственники олигархов. Он спросил, хочешь так же? Хотим мы так же. Да, ну чё родственник ты чей-то, ну и чё толку от этого? Нет, я считаю, что... Я понимаю, он бы сказал, что я веду себя как сын олигарха, это да. Да. Когда ты сын олигарха, да, это круто, а когда ты просто его родственник, да, что да, там перепадает ему, нет, неизвестно. Ты тоже права. Чё-то сбоку жизнь, с припёку. Да, сам хорошо жить так середнячком, да. Зачем да? середнячком? Почему? Олигархам неплохо быть. Это же нереально, что все олигархами были. Никто не накажет, чувак, умея новый стиль. Комьюнити тормозит, они выкупят попозже. Не готовы еще Россия. Я большой, у меня много сил. Да, я самый большой, я как самый белорусский парень. Хочу самый большой. Большие бабки не интересуют меня, нужны огромные. Большие хаты интересуют меня, не нужны скромные. Живые суки интересуют меня, не нужны стрёмные. Перспективы не интересуют, нужны просторы. Меня говорят, и бабки не интересуют только... Нет, его просто бабки не интересуют, его только огромные бабки интересуют, он сказал. Да. И стервы его интересуют. Только красивые. Только красивые. Видите, он хочет, действительно, он хочет... Он программирует на самое лучшее. Да. Именно как олигарх Чакры он хочет. Чакры открывает. Да, ребят, ну, с одной стороны, это тоже, да. Ну, правильно, зачем ему бедную, стрёмную сучку, малышку? Зачем ему мусор собирать, толстую малышку, он себе стройную лучше возьмет. Да. А что, толстые не люди, что ли? Да вопрос-то в другом. Она может, у нее душа может такая. Да, и вопрос не в этом. Ну да. Он хочет классную себе стервочку. Да, он хочет, короче, жить классно, как олигарх. Классно, да. Он представляет а это. А не бедную толстую малышку. Да. Ты хочешь так же обнаглели? Обнаглели. Покажет, какой еблан придумал метронома. И я на ней дружу законом. Нахуй лохов, мы только на горке готовим. Чувак, дай мне микрофона. Ебали рот Оксимирона. Да, мы выглядим тупо, чувак, но мы не курим много. Я в Москве, они говорят не местные. Да мне похуй, я бля вас клесенский. Чекай мои песни, в крутом рэпе первый. Дурик, нахуй пе... Ну, ребятки, скажу, да, вот по-шестенски, да, мне нравится. Вот мне нравится манера исполнения, да. Да, интересно, да. Его вот действительно ни с кем не спутаешь, да? Скажи. Угу. У каждого исполнителя своя. Своя манера, да? Ну, интересно, да? Не как у всех. Текст простой, конечно. Опять затрагивает деньги, да? Богатство, без визуализации занимается. Визуализация, да. Эрки, давай будем честны, нахуй разговоры с випой, они бесполезны. Мы ведем себя так, будто родственники олигарха. 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 Мы обнаглели. Хочешь так же обнаглели? Мы обнаглели. Родственники олигарха.
что, ребятки, я скажу. Вот мальчик мне нравится, симпатичный такой, да. Ну, о чем трек, ребятки? Вот голос очень красивый у него, чистый, ну, манера исполнения интересная, да, ребятки? Музыка такая спокойная, да? Вообще трек спокойный, да, сказать? Но они же родственники олигархов, да, они да. не будут они суетиться. Не суетятся, у них все нормально. Они ведут... манера у них такая, манера с олигархов. Они как богатые живут, не спеша, не торопясь. А наоборот, на олигархи спешат торопиться. Не, мы же про родственников речь ведем. Да. Родственникам зачем торопиться? Да, да, да. Ну, что скажу, интересный трек. С удовольствием послушала. Я себя тоже представила родственником олигарха, ребят, честно сказать. Слушаешь и представляешь. И подпевала тоже, ребятки. Визуализацию делали, ребятки. Это была массовая это самое, визуализация открытия финансовых чакр. Сейчас да, произошло. Все, да, кто смотрел, да. все чакры да, ребят, открыли. Давайте, даже ребятки. Не хотели, может, они открылись. Да, да. Ну, с удовольствием послушала. Воскресенский, мне нравится мальчик этот. Мне его треки нравятся, мне много что мне нравится. Это вот тоже новый трек послушал, ребят. С удовольствием. Пока, друзья.